2016 к 2111.07.2018. Обновлено 16/29/11 июля 2018 года 35164 Тель-Авив 11 ЮУ, РИА Новости. Израильские военные подтвердили перехват беспилотного летательного аппарата БПЛА, который, по уточненным данным, вошел в воздушное пространство страны из Сирии. Армейская пресс-служба не уточняет принадлежности тип БПЛА, сбитого комплексом ПВО «Патриот». Ракета «Патриот» перехватила БПЛА, который нарушил израильскую границу со стороны Сирии. Системы противовоздушной обороны своевременно выявили угрозу и отслеживали ее перемещение, сказано в сообщении. Пуск зенитной ракеты активировал сирены воздушной тревоги в израильских населенных пунктах у границы с Сирией, в юго-западных районах соседней страны, примыкающих к Израилю и Иордании. В последние недели идут бои между правительственными войсками и отрядами оппозиции. Пограничный инцидент совпал с визитом в Москву премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, который называет ситуацию в Сирии одной из основных тем предстоящих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Развитие ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии»